Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Алании», Paradise Alania. Нашел очень хорошую квартирку 2 плюс 1 под ключ в центре Махмутлара, недалеко от моря. Расстояние отсюда до моря 110-120 метров максимум. Здесь у нас улица Барбаросса, Бургер Кинг, ЛСВ, Икики, Банки, 82, Сали Пазар, это магазин хозтоваров и тому подобное, все продается. Сторона здесь юго-восточная. Второй этаж, он как третий. Открытый большой бассейн, ухоженная территория, детская игровая площадка, генератор тоже есть. Вот. Вид на море. Этот вид у вас не закроется никогда. Или вот там закроется, там что-то вот построят. Этот сад у вас останется. Очень большой балкончик. Квартирка дизайнерская. Так, проект был сдан 15 лет тому назад. Тут почти как отдельная кухня. Даже золотые ложки поставили. Значит, золотая цена. Регал у нас бытовая техника. Также БК, духовка, вытяжка и плита. Мраморная столешница. Раньше делали из мрамора все. Сейчас я делаю из гранита. Также искусственный мрамор. Кондиционер старенький. Фирма БК. Нужно поменять. Квартирка не маленькая, большая. Квадратных метров тут где-то 33. Вместе с кухней, может быть, так 25. Просторная. Очень хорошая большая прихожая. Вот. Как бы конфетка. Первый санузел. Также есть форточка. Здесь кладовка. 4 квадратных метра. Проточная нагревательная фирма Siemens. Стиральная машинка A++ Vestel. Итак. Дополнительная спальня. А, понятно. Видите, красота. Так. Красивый обои. Кондиционер фирмы БК. Итак, здесь такого большого шума нету. Хочу сказать, что по вечерам тут проезжает мало машин. Тот шум, который есть, я вот сейчас слышу. Сейчас открою. Балкончик. Второй. Сквозная квартира. Там у нас башня часов 150-220 метров максимум. Также почта, субботний рынок в правой стороне. По субботам. Вот шума уже нет. Это у нас хозяйская спальня. Тут на балкон выхода нету. Платяной шкаф. И второй санузел с полноценной душевой кабинкой. Большая кабинка, не маленькая. Фасад здания покажу. Огромная прихожая. Дорогие зрители, квадратных метров тут чистых с балконом вместе где-то 100-110 между ними, потому что квартирка большая. Чистая. Так, брутто 125-130, говорят. Так,
Айдат здесь 250-300 лир. Она меняется, потому что собрание бывает раз в год или два раза в год. Есть бассейн, генератор, то, что я вам показал, и открытая парковка снаружи. Цена этой квартиры 175 тысяч евро. Есть торг. Я хочу показать вам фасад здания, не буду уже спускаться вниз. Секунду. Нет, вам дать еще лифт надо показать. Давайте все-таки покажу. Спущусь я вниз и покажу. Отключим свет. На этаже у нас две квартиры. Два лифта. Один тут и один с этой стороны. Вместимость 2-3 человека. Пандус тоже есть. Крутой этого здания. Смотрит за положением на территории. Здесь зона барбекю, такой хорошенький. Один выход отсюда, также один выход оттуда. Открытая парковка снаружи. Вот. И вот такой ухоженный проект. Несмотря что 15 или 14 лет. Раньше качественно строили. Сейчас вот смотрю. Маленькие курятники такие, квартирки, комната, спальня, 9 квадратных метров. Здесь было 14-15 квадратных метров. Одна, другая 12 квадратных метров, как минимум. Но есть такие хорошие застройщики, которые строят квадратных метров. Там спальня как минимум 11. Я их уже вот ценю. Те, уже, которые 9 квадратных метров, уже слов нету. Беседка, вот такой ухоженный сад, красота. Какой запах этих цветочков. В нос вошел листочек, лепесточек. И там. Так. Вот. Даже виноградное дерево. Ох, красиво. Вкусно, приятно. Хорошее место расположения. Ну, просторная квартирка, дорогие. Мне эта квартира именно очень понравилась. Так что звоните плюс 90 555 064 91 10. Насчет цены обсудим. Звоните напрямую мне. Хорошо? Всем пока-пока.